Здравствуйте, началась наша вторая неделя, сегодня 8 января 2018 года. И в первый день мы немножко наблюдаем, постимся, я предлагаю некий напиток, свекольный квас. Все, что я предлагаю, время приготовления всей пищи должно занимать 5, 10, 15, 20 минут, не более. То есть вы очень сильно должны прессовать свое время, одновременно едите, одновременно готовите. Самый главный ресурс, который на сегодняшний момент есть у бизнесмена, это время. Вот переходим к квасу. Как он сделан? Сделан достаточно сложно. Ушло 2 года, но это талая вода, это яблочный уксус, и это свекла. Самое страшное и тяжелое в этом всем деле именно свекла. Все, ваше здоровье. Также я бы хотел в ролике остановиться на некой философии собственного сознания, почему человек живет долго, счастливо и хорошо. Он это может сделать только в одном случае, если он будет себя считать великим, целеустремленным, и все будут ему рукоплескать. Поговорка, которую всегда обещал, на миру и смерть красна. Ну, как это выглядит у нас в телевизоре. Философия очень простая. Я за ближайшие 10-12 лет хочу научиться выращивать себе зубы. Я не представляю свою старость, если буду вставлять какие-то там, вот как мои родители, эти пластик. Смотрите, академика Горяева, Петр Горяев, 2 миллиона просмотров, у него свой канал, и там он четко рассказывает, как он уже выращивает себе зубы. Всего хорошего, до завтра.